Солнечно и по-октябрьски холодно. Это не смущает собравшихся у дома известного самарского хирурга Александра Краснова. Ровно год назад профессор, почетный гражданин города, ушел из жизни. А сегодня на фасаде дома, где он жил, открывают мемориальную доску. Александр Федорович Краснов. Гордость нашей медицины. И все это в сумме дает прекрасное впечатление о нашем городе, которым мы можем, будем, по праву будем гордиться. В этом великая его заслуга, и в этом мы глубоко преклоняемся перед его талантом организаторским и перед всем тем большим делом, которое он сделал для славы нашего города. Добрые слова в адрес Александра Федоровича говорят его друзья, коллеги и студенты. Вся его жизнь была связана с преподаванием. Он прошел путь от клинического ординатора кафедры госпитальной хирургии до ректора. Краснов руководил мединститутом 35 лет. Его вклад был неоценим в развитии еще и хирургии и травматологии. Это была единственная кафедра в ВУЗе на всю страну. Но самое главное, что он сделал в своей жизни, он многим людям дал новую жизнь. Он их вылечил. Вот это самое главное достояние его любого медицинского работника. Дочери и супруга вспоминают, как Александр Федорович умел переключаться с работы на семью. Закрывал дверь в квартиру и оставлял за ней все заботы. Много внимания детям уделял, несмотря на свою усталость. Вы знаете, читает книги, читает, а от усталости глаза смыкаются и строчки бегут. Они: «Папа, ты пропустил что-то». Он не ляжет спать, чтобы не подоткнуть им одеяльца, поправить простынь, сказать спокойной ночи. Замечательный человек был Александр Федорович, семьянин, отличный семьянин. Это пример, я считаю, мужчины и мужа. Еще одну мемориальную доску Александру Краснову откроют в медуниверситете. Марина Матвеевична, Дмитрий Мешканцов. События.